О, а вы что, все еще здесь? А мы вот сидим и ждем грузовой поезд, который должен был проехать после «Ласточки», но вот уже 40 минут ничего не едет. Так, что у нас там сделано? Нужно поставить метки. Так, упереться в заваренную калитку на мусульманском кладбище и не снять красивый кадр с мостом. Есть. Не дождаться трамвая в красивом месте в городе. Есть. Опоздать на 290 автобус. Есть. Обломаться и не дождаться грузового поезда в красивом месте на перегоне. Есть. Да, сколько не сделано? А сколько еще предстоит не сделать? Пойдем на висячий камень. На висячий камень? Конечно, пойдем скорее, я обожаю висячие камни. Спускайся быстрее, мне не терпится увидеть висячий камень, быстрее. Подожди, а чем мы спустились? По-моему, все-таки поезд поехал, я слышу характерный шум. Вот и всегда так, только стоит уйти с насиженного места, так сразу же что-то появляется. Придется возвращаться обратно на эту гору.